неделя пятинедельного цикла. Начнем с 90 килограмм и закончим с 150. 90 килограмм на 10 повторений. Где было? 150 тоже на 10. Ну это он хочет, чтобы так было. Вес взят. Скажите, Дмитрий, а почему вы берете вот ладошками не одинаково? Чтобы было интересно. Или это какой-то особый хват у вас? Это называется разнохват. Снимает нагрузку с предплечья рук. Итак, у нас, да, второй подход. На штанге 105 килограмм. А на майке Моше Даян. Герой всех израильских войн, ты вечно победитель арабов, и написано «Спасибо, спасибо деду за победу». С такой майкой просто стыдно не потянуть. Итак, 105 килограмм. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь раз. Итак, мы третий подход на штанге 120 килограмм. Надо делать 6 повторений. И, кстати, мы сейчас находимся в спортзале клуба «Вместе», которая находится в том самом месте. Вот, все снаряды, штанги, гири, все собрано нашими руками. Все сделали сами, чтобы народ Израиля вел здоровый образ жизни. Итак, 6 раз. Два, три, четыре, пять, шесть, раз, три, наш Дарон не лыком шит, четыре, Дарон, вот говорят, что это упражнение хорошо действует на мужскую потенцию. Что вы можете сказать по этому поводу? Я бы показал, но YouTube даже снимет это видео со своего канала. Рабочий подход. Ты камеру не перевернул? Пятый рабочий подход. Почему это дешевый пиар? Скажите, пожалуйста. Начинай сначала. На штанге 150 килограмм. На максимум повторений. Надо показать, сколько там. Да, скажи, пожалуйста, что... Мак, подними, подними, а ну подожди, подними. Этот подход я посвящаю своему тренеру и собутыльнику. Тренеру.
Израиля. И Израиля, Ивану Хайму Губеру. Неправильно, Губерер. Губереру. Вот именно. Это мастер спорта по шпаге. Ваня Губеру. А! Боевой настрой. Тебя, ты разменял уже пятый десяток. Я в нем. В нем, тогда пять раз. В нем тогда шесть раз. Раз! Легко! Я бы не был. Два! Давай, давай! Ну там все фейл под тебе! Давай, давай, блядь, давай! Три! С тобой! Это хороший результат! Итак! Молодец, красавец! Четыре! И последний! Молодец, последний раз! Ну! Сделал. Волю в кулак! Давай, давай, давай! Yes! Фиксация! Вес взят! Это чудо, а не человек! Это нам чудо, Ваня!